Битва с Ярославлем. В третьем периоде «Авангард», удерживая счет, играл в 4 защитника. Куляш и Пицакин были в этой четверке. Они признаются, было нелегко. Так-то тяжеловато физически, если честно. Не играли так ни разу. Денис Паршин. Наше интервью с лучшим игроком месяца по версии программы. Его песенка не спета. Вы уже не надеялись увидеть в Омске Анисина, а он приедет на выходных. Воскресенье, 8 вечера, ПРТ. Давай, давай, давай! Yes! Болеешь за наших? Гол! Болей со своими. Ресторан-пивоварня у Пушкина. Здесь всегда все хоккей.